Привет, друзья! Публикуемый эпизод выхода в море нового авианосца Индии «Инсвикран», введенного в эксплуатацию 2 сентября. Вооружение корабля – 4 итальянских 76-миллиметровых арткомплекса от итальянской группы «Леонардо», 2 установки зенитно-управляемых ракет «Барак-1» и «Барак-8» израильского производства, российские зенитные арткомплексы АК-630. В авиакрыло из 26 самолетов вошли МиГ-29К, российский вертолет К-31 и американский MH-60R. В дальнейшем возможна замена самолетов на французский Рафаэль-М или американский F-18 Super Hornet. Стоимость авианосца – 2,9 миллиарда долларов США. Дальность плавания авианосца – 7,5 тысяч морских миль. Экипаж – 1560 человек. На этом на сегодня все. Друзья, спасибо за просмотр. Мы осветим все.